Варифокальная камера с AliExpress. Обзор 5-мегапиксельной варифокальной камеры. Привет, с вами Ёж, и вы на канале AliGuide. На моем канале вы уже найдете немало роликов о видеонаблюдении, где я делюсь своим опытом своих закупок с AliExpress, рассказываю подробно, как что работает, да и много всего интересного, так как постоянно по своей работе сталкиваюсь с задачей, где купить качественное оборудование, да так, чтобы и не кусалась сильно цена. И я для себя открыл сайт AliExpress, где у нас с вами есть возможность покупать товары напрямую у поставщиков и у официальных заводов, минуя лишние наценки, покупая в магазинах своего города, где в цену заложена логистика, аренда, налоги, зарплаты и так далее. И в итоге все стоит в разы дороже. Данное видео не из разряда бюджетных вариантов. На более бюджетные камеры вы можете найти видео, выпущенные ранее на моем канале. Также есть видео о более подробном техническом описании, принципах работы и всем прочем. Но в описании к видео я также выложу на более бюджетные варианты варифокальных камер. А это видео про, на мой взгляд, лучшую камеру, что можно найти по соотношению цены, качеству и возможностей. Это IP-варифокальная камера от компании Riolit с механизированным автоматическим зумом. Вкратце, что такое варифокальная камера? Ну, то есть камера с фокусирующим нефиксированным объективом. В данном случае от 2,8 до 12 мм. Ну а что значит эти цифры? Тут все просто. Чем меньше объектив, тем больше угол обзора. А чем больше, тем меньше угол, но более приближен дальний план, принцип подзорной трубы. А значит, эта камера с широким углом обзора от 90 градусов до 30. Камера, ребятки, 5 мегапикселя. Это очень круто для систем видеонаблюдения. Такие камеры часто ставятся в проектное сложное оборудование, так как способны передать очень четкую детализированную картинку при зумировании объекта. Матрица тут также большая от Sony с сенсором CMOS, а значит передают сочные цвета, и за счет размера матрицы и объектива 2,8 в целом выдают где-то 100 градусов обзора. Разрешение записи 3072 на 1728, и при таком разрешении камера показывает с 30 FPS, ну то есть кадров в секунду, а в кодеке H264 выдает 25 FPS, что также очень круто для просмотра архива. Есть технология VDR. Камера сглаживает переход от тени к солнцу, умно анализируя светотень. К примеру, человек, который стоит спиной к солнцу и лицом к камере, будет в равной степени освещен и хорошо видно лицо. Ну или автомобильные номера, к примеру, при свете фар. У камеры, как я и говорил, автоматический зум, а значит не надо висеть на лестнице и что-то там крутить руками, настраивая фокус. Тут вы можете как с регистратора, так и в приложении с телефона в любой момент удаленно приблизить или отдалить фокус камеры. У камеры есть 36 инфракрасных диодов, которые автоматически включаются при плохой освещенности, переводя камеру в режим ночной съемки с дальним расстоянием около 30-35 метров. Еще хочу отметить, что камера полностью автономная. Она может вести запись даже без регистратора на флешку, которая может располагаться в ней, объем до 32 гигабайт. Мне пришла с подарочной флешкой на 16 гигабайт. Да, это, конечно же, мало для архива, но можно камеру настроить на запись при движении. Если она висит, к примеру, на участке дома, где кроме потенциальной опасности все статично, а вот при случае движения на этом объекте камера будет осуществлять съемку. И, кстати, тут же оповестит вас в телефон, к примеру, о движении на охраняемом территории, где вы можете зайти с приложения в телефоне и посмотреть в реальном времени за обстановкой. Камера легко переносит наш суровый климат, от лютых морозов до знойной жары. Питается эта камера двумя способами, например, от PoE или от DC разъема, как вам удобно. Камера легко настраивается и находится в сети, скачивается по QR-коду приложения, сканируется камера и все готово. На мой взгляд, это лучшая камера, которая стоит того. Да, она не из бюджетных, при этом подобные камеры с такими же характеристиками в магазине стоят раза в 4-5 дороже. Именно поэтому, если вы не ограничены в бюджете настолько тесно, то берите ее. Ее цена около 6700 рублей, ну то есть где-то 112 долларов. При том, что доставка абсолютно бесплатная и быстрая со склада России. Займет около 5-7 дней прямо до вашей двери курьером. Ссылки на нее и еще на несколько вариантов я оставлю в описании под видео. Переходите, заказывайте, товар проверенный. А я надеюсь, видео было полезно. А для меня будет лучшей благодарностью, если ты, друг, подпишешься на канал, если не подписан, поставишь палец вверх, ну и приятные комментарии меня также порадуют и замотивируют продолжать свое дело. А с вами был Ёж, пока.